Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале EasyCraft, с вами Крокодор. Сегодня бы я хотел уже добить эту игрушку, Destrained. Точнее, не добить, но попроходить ее дальше. Я проходил предыдущую серию. Называется на жесть самая сложная головоломка в мире. Реально очень сложная была предыдущая серия. Да, можете посмотреть, заценить. А я продолжаю. На чем мы остановились? Мы остановились тут. А мы хотели прийти за этим чуваком. Забрать у него квартиру, но он говорит у меня... Смотрите, что он говорит. Мне нечего сказать. Ну ладно. Он говорит то, что... Тут у меня будет вечеринка проводиться, типа... Что-то я должен сделать. Ну сейчас давайте продолжим, посмотрим. Привет, чувак. Чего ты такой кислый? Здесь должна была быть вечеринка. Хочу танцевать. Ладно. Окей. Так, что предлагаю? Взять это и проверить. Этот чувак изменился? Серьезно? Нет? Предлагаю сейчас продолжить. Честно, не знаю, куда идти. В предыдущей серии мы также ходили тут. Так. Ну что? Куда идти? Так, это что такое? Ничего себе, заработал. Чтобы сыграть, нужна монета. А, нам нужно найти монету. Точно. Точно, точно, точно. Нужно найти монетку. А чтобы найти монетку, нам нужно какую-то решить головоломку. Ой, как эта игра очень сложная. Блин. Так. Так. Блин, где бы взять монету эту? Интересно. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Так, тут ничего. Окей. Так уж и быть. Этому нечего сказать. Так, тут тоже неинтересно. Так, если давайте соберемся, предлагаю разобраться немножко. Так, давайте сюда зайдем. Тут какой-то наркобарон или что? Просто жесть. Так, я хочу позвонить. Прекрасно. С вас $4, сэр. Ой, у меня нет с собой денег. Боюсь, тогда вы не сможете позвонить, сэр. Амда. Вообще круто. Так, что ж я предлагаю? Знаете, что я предлагаю? Вернуться вообще назад, абсолютно назад. Там был, там были старики сидели, которые то место. Так, монетку, монетку. Давайте подумаем, где взять монетку. Так, давайте сюда пойдем. А, тут закрыто, ну так пройдем. Так, сюда. Сюда. Нет? Ну, окей. Так, монетку. Получается, если... Тут мы картину все разобрали. Тут не хватает одной части. Окей. Что за вход? Я ищу музыкальную группу. Я пришел по адресу. Да, заходите, пожалуйста. Лол? Что за дверь? А, все. Смотрите, ребята, я вам расскажу сейчас, что было. В предыдущей серии нам тот мистер Джонс сказал, пока мисс эти ребята не придут, музыкальные, то я вам, типа, не отдам квартиру свою, не распишусь. Но вот, вот эти ребята. Так. Эй, у меня ведь точно такой же телек. О, интересно. Ладно. Добрый вечер. Хм, добрый вечер. Я хотел бы, чтобы вы сыграли на одной вечеринке. Вам это интересно? Разумеется. Просто скажите время и место. У соседа. Сейчас. Ох. Так это он вас прислал? Да. Он очень огорчился, когда узнал, что вы отказываетесь играть. Да ну. Вот и хорошо. На то есть определенная причина.
Он согласился оплатить работу заранее. Но теперь говорит, что заплатил половину сейчас, а вторую потом. А точнее заплатит. Так мы ему и поверили. Все знают, что его со дня на день должны выселить. Да, собственно, потому я пришел. Я должен проследить, что все прошло гладко. А он угрожает разгромить квартиру, если у него не выйдет закатить вечеринку. Как? Это по-взрослому? Ага. Ну я бы на вашем месте тоже отказался играть. Он не похож на парня, которому можно доверять. Но, может, все же сыграете? Если он заплатит все, то нет. Справедливо? Я что-нибудь придумаю. Если он не заплатит все, то нет, говорят. Да, я немножко там ошибочку сделал, но извините. Если, говорит, если он не заплатит все, то мы не будем играть на его вечеринке, правильно? Значит, смотрите, тут дверь какая-то, давайте зайдем. Обычно я не шарюсь по урнам, но кажется, что там что-то есть. Хм, вы нашли 5-долларовую купюру. Хм, 5 баксов? Я не вор, но они же и так были в урне. Ху, отлично, уху. У нас есть 5 долларов. Это круто. Так, значит, смотрите. А мы должны заплатить сюда? Стоит предложить им денег. Но мне кажется, они мне еще пригодятся. А, все. Давайте возвращаться назад. 5 долларов. Так, 5 долларов. А, позвонить. Все, я вспомнил. Да, если вы, ребята, тоже вспомнили, то круто. Нужно позвонить тому, подойти и позвонить на один звонок. Что за звук-то? Что за жесть? Так, ладно, не обращаем внимания. Давай дальше двигаться. Раз. Так, давай, беги. Блин, реально какой-то чувак валяется как-то вообще, блин. What the fuck? А? Не понял. А где тот чувак? Да вроде бы я должен был заплатить тому, который позвонить. Но этот чувак исчез. Вы издеваетесь? Ладно. А, это балкон. Угу. Ну. Так, подожди. Развеселить его не способны даже все деньги этого мира. Ну, ладно, давайте поговорим так. Вроде чувак отчаялся что-то. Молчание? Так, что там справа написано? Мактейт, Брутон, Мор. Ну, так прикольно сделали, такой вот... балкон. Так, ладно. Мы идем, заплатим тому чуваку. А, стоп, да. Точно. Тихо. Так, быстренько идем. Воу, тихо. Ой, блин, я забыл баксы взять. Ой. Тихо. Так, баксы. Я хочу позвонить. Прекрасно. С вас 4 доллара, сэр. Секунду. Забавно, я не знаю, кому хочу позвонить. Что ж, сэр, вы знаете, где меня найти. Чё ты несёшь, алё? Ты... Чё? What the fuck? Что за бред вообще? Что происходит? Ладно. Так, давай к этому. Этого хватит, чтобы заплатить группе. Что? Неважно. Так, я как понял, нужно вернуться обратно, заплатить группе? Все, я понял. Так, беги. Run, Forest, run. Да, беги. Ну же, ну, блин, почему так такой долгий, а? Заходи. Так. Сюда вроде бы. О, фак, не сюда.
Сори. Сори, 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 не сюда. Фух, блин, так. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот эта дверь. Обратно к ним пойдем. Бабосики мы взяли. Давайте уберем деньги и поговорим с ними. Держись, ребятка. Ребятки, я что-нибудь придумаю. Ты... Да. Хорошо, мы поговорили. А, ясно. Ладно. Тут... Я что-то забыл. Что тут? Так, тут деньги были. Может, деньги лежали там по какой-то причине? Не. Больше ничего интересного. Ладно. А в той стороне двери нету. Как я понимаю, да? Ладно. Хорошо. Все, отлично. Короче, что нам делать? А, нам нужно, как я понял, пойти к тому чуваку, который стоит на балконе. Поговорить с ним. Что-то он отчаялся реально. Что-то он приуныл. Не, ну вы представьте, смотрите. Такая ситуация, да? Представьте, такая ситуация. Ты пришел на вечеринку. Ну, вы вдвоем стоите. Вы просто представьте, ребята. Вы вдвоем. Никакая группа не пришла, чтобы поиграть на вечеринке. И людей нету. Ну, это просто жесть, прикиньте. Настолько отчаялся бы человек, то чтобы было бы. Так, ладно. С этим чуваком, скорее всего, надо взаимодействовать. Это же наше здание. Там через дорогу. У меня появилась идея. Возможно, я смогу пообещать группе несколько выступлений для элитного общества. Но нужно сначала спросить у моих начальников. Думаю, стоит им позвонить. И... Какая удача! Там как раз написан их номер. Там, кажется, запомнил. Теперь нужно найти телефон. Так. Так, этот чувак вообще приуныл. Телефон. А-а-а! Все! Все. Беги. Мы немножко времени потратили. Ну ладно, не будем расстраиваться. Я понял. Если вы, ребята, тоже поняли, смотрите, эти деньги. Нужно сюда позвонить. Я хочу позвонить. Прекрасно. С вас $4, сэр. Держите. Благодарю вас, сэр. Так. Продиктуйте мне номер. Я наберу, сэр. Держите. Благодарю вас, сэр. Сейчас наберу номер. Офис мистеров Макдайка, Брутона и Мура. Говорит мисс МакКонни. Чем могу вам помочь? Привет, Дженни, это Прайс. Соедини меня, пожалуйста, с кем-нибудь из начальства. Конечно, мистер Прайс, минуточку. Тут, типа такой звук, да? Ладно. Сынок, как хорошо, что ты позвонил. Как продвигается работа? Здравствуйте, Брутон. Как ваши дела? Послушайте, есть одна местная группа. Как вы думаете, можно и мне их нанять? Группа? Они могут играть настоящую музыку? Это какую? Настоящую музыку, а не всякие хипстерское дерьмо. Вы имеете в виду какой-то определенный жанр? Блюз. Если они умеют играть блюз, то тогда нанимай их. Хорошо, спасибо, Брутон. Так, я закончил. Спасибо, мистер телефонист. Не забудьте сдачу, сэр. Вы взяли монету. Ах, да, спасибо. Жесть. Вот это жесть. Фак. Короче, мы позвонили своему начальству. Сейчас мы наймем вот этих придурков, которые там стоят. Ну и... А, подожди. Подожди. Хотел бы я сыграть, но он не работает. Не работает, говоришь? Ха-ха. Ну, сейчас он заработает, Сейчас мы сыграем. Так, давай.
Он почему-то очень медленно ходит. Скорее всего, у него какие-то галлюцинации происходят, и у него голова прям реально шатается. Ну же, джекпот! Ну надо же! Я выиграл! Книгу о блюзе? Вы нашли книгу о блюзе. Что это за автомат такой? Так, книга о блюзе. Так, нам нужно, скорее всего, пойти тем чувакам. Обратно. Давайте пойдем. Реально, мы сейчас такой вот круговорот сделаем. Потом, чтобы уже эту цепочку всю разорвать. Посмотреть, что будет вообще. Так, книга. У меня есть предложение. Я работаю на одну очень крупную, крутую компанию. Периодически мы закатываем обалденные вечеринки. Мы внимательно слушаем. Так вот, если вы согласитесь сейчас сыграть, я дам вам номер своему начальству. Однако, есть небольшое условие. Они интересуются, играете ли вы блюз. Блюз? Да, кажется, что-то такое слышал. Ох, вы не играете блюз. Мы бы попробовали, будь у нас ноты. Тогда вам повезло, ребята. Я нашел эту книгу о блюзе. Попробуйте. Хм, да. Думаю, мы справимся. Ага. Блюзик подъехал. Блин, такая прикольная музыка. Круто. Да-да-да. Это было отпадно. Соглашусь. А ладно, ребята, давайте, начинайте вечеринку. А я вам обещаю концерты для элиты. Все, мы начинаем вечеринку. Погнали. Уху, что за бред? Да, вечеринка. What the fuck, ребята? Что за фигня? Смотрите справа, кто какой-то чувак лысый. Ладно. Блюз. Да, блюз это классика, ребята. Блюз это классика. Кстати, очень классный инструмент это блюз. Вообще, музыка блюз это очень круто. Мне нравится. Такая душевная. И, кстати, да, джаз тоже классно. Обычно я на видео ставлю джаз, там, блюз. Ну да ладно, мы пропустим это. Фух, где мы? Здрасте. What the fuck? What the hell? Чё за фигня? Миссис Гудвин с каким-то кроликом или кошка? Воу, чё за чувак? Все изменения, о которых вы ходатайствовали, были внесены. Спасибо, мистер Брейтон. Взгляните, какая крольчиха решила составить мне компанию. Ее зовут миссис Шанель. Я к ней очень привязалась. И полагаю, она переживет меня. Взгляните, какая она милая. Я вас понимаю, миссис Гудвин. Животные дарят комфорт своим владельцам. Вы правы, мистер Брейтон. Но вы должны позаботиться о том, чтобы она попала в хорошие руки, когда возникнет необходимость. Это все, о чем я прошу. Это очень... Простите, но время вышло. С вас $500, миссис Гудвин. Ах, конечно, миссис Брейтон. What the fuck? Что за чертовщина? Звук? Где я? Что за звук? Ахахахаха!
Ты права, дорогая. What the fuck, родители, вы что тут делаете? Вы что делаете? Ох, жесть, я испугался. Фак. Дурацкий выдался тенек. О, смотри, милый, это же наш малыш. Я вижу, дорогая. Мал... пап? Что... что это? О, надеюсь, мы не разбудили тебя, милый. Разбудили? Что это... что... что это за... Мы с мамой хотели сделать тебе сюрприз. Приготовить завтрак. Так... так... думай... это ведь не... не по-настоящему. Вы лишь плоды моего подсознания. Верно, сынок. Мы часть тебя. Что это значит? Разве ты не видишь, сынок? Такая работа не для тебя. Но ты ведь и так это знаешь. Мы просто хотели убедиться, что это осознаешь. Ведь тебе гложет чувство вины, твой слон. Мне жаль, сынок. Знаю, это слишком. Но мы всего ли... Хватит! Прекратите, сейчас же! Фух. Фух. Да, все. Вот черт. Черт, я схожу с ума. А ведь сегодня у меня выходной. Нужно попробовать расслабиться. Мне нужно кофе. Фух. Ладно, кофе готовится. Мне и правда нужно успокоиться. Я заработался. Еще не готов. А, ладно. Давно я не использовал своей плитой. И еда на вынос. Вот это вот пища крутых парней. Окей, окей, окей. Так. Сохраняемся. Чё за... Хм, что это? Ах, да. Я подписан на газету. Мы взяли газету. Отлично, что то, что нужно. Попью кофе, да почитаю новости. Напиток уже должен был готов. Ладно, пойдем попьем кофе. Без проблем. Это и кофе хорошее сочетание, если их, конечно, не смешивать. Ладно. Замечательно. Мы взяли немного кофе. Ладно, пойду к столу. Тут спокойно. Ох, теплый кофе. Хм, любопытно. Они собираются повысить налог на еду? Что еще? Началось строительство шоссе. Держу пари, его продолжат там, где был участок мистера Тейлора. Интересно, как он? А это что? Были придуманы новые специи. Круто. Интересно, что там дальше? Хм, страница некрологов. Слишком много имен и указан возраст. Нэнси П. Гудвин. Что? Нет. Нет, 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 нет. Фух, так, ребята. Все. На этом серия закончится. Фух, мы так прошли долго. Такой путь сделали. Ребята, эта серия достойна лайка. Эта серия достойна лайка, реально. Поставьте лайк. Я окончательно сбился с пути. На меня обрушился весь мир. Моя душа просто разрывалась на части. Вот тот самый момент я принял решение. Я должен уволиться. Но перед этим я должен навестить ее могилу. Давайте, ладно, навести могилу. Идут земляные работы. Вход только при наличии разрешения. Фух, так, ладно. Миссис Гудвин. Блин, жалко ее. Толстая цепь и огромный замок. Здесь я не пройду. Окей, на улице дождь. Мы идем в кладбище. К миссис Гудвин, скорее всего. Так. Давайте сохранимся и уже в следующей серии продолжим. Скорее всего, это уже будет конец. В следующей серии я продолжу. Да, ребята, поставьте лайк, подпишитесь, комментируйте ролики мои. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео.
Также, ребята, давай я попрошу вас набрать. Давайте наберем. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Это самое интересное там. Давайте наберем 15 лайков. Я продолжу. Будем проходить такую игрушку эпичную. Она очень классная. Блин, мне реально понравилось. Если вам тоже понравилось, поставьте лайк. Наберем 15 лайков, и будет все окей. С вами был Игрок Адор. Всем удачи. Всем пока.